Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот сегодня продолжим тему диагностики системы зарядки. И на очереди у нас Audi 100 86 года, сотка сигара. Ну, давайте начнем потихонечку. Так. Первым делом меряем зарядочку. Первым делом. Так, зарядка у нас в полном ажуре. Зарядка отличная. Так, ну давайте заглушим. Так, батарея у нас 18 года. 62 аккум, 540. Объем двигателя 2,3. Дальний свет включите на 10 секунд. Все, выключайте. Так, 540 ампер. О, что-то я погнал не в ту сторону уже. Так, 12% по суху. Батарея как бы заряжена. 190 ампер. Выдает пусковой 12,87, сопротивление 14,54. Батарею сами обслуживали? Нет, я когда года два назад, наверное, вам привозил ее, вы ее вот это делали. Года два тому назад, да? Так, вас как зовут? Сергей. Сергей, Сергей, давайте, знаете, что сделаем? Вот минусовую клемму скинем. Вы, года два назад его, можно сказать, оживили. Вы ее клемму какую скидываете? Минусовую или плюсовую? Плюсовую, да? Ага. Так. Делаем повторный замер. Так, обычная. Ничего не поменялось. Так. Так, ревометр я не взял, да? Сейчас. А? Вот это не ревометр.
А, взял, бля. Так, давайте. Вот отсюда, наверное, удобнее будет. Оба-на. А у вас батарейка-то сухая. Вот это лишнее подтверждение, что вот это вот 14,5 вольта батарею высушивает, и ее чаще надо доливать. Батарея сухая у вас пластины едва прикрыты, и вот эта баночка крайняя у нас высохшая. Да, плюсовая. Поэтому, Сергей, вам надо эту батарею каким-то образом дотащить до меня, и мне с ней нужно поработать. Так, давайте сразу. Да, это ничего страшного не будет. Кислота его быстро нейтрализует. Так, замерить нам не удается. Но вот эта баночка у нас сухая. Так, а у вас... Так, батарея обратной полярности, да? Да. Тут десятка стоит, я думал, сюда десятки гинут, а не получится, клеймы не дотянутся. Да, мне кажется, дотянутся. А, вот это вот, это сюда, а вот это не сюда дотянется? Да нет, скорее всего, не дотянется. Он короткий, что ли? Но... Потому что у меня оборотная батарея сейчас в наличии только прямой полярности. Вот у меня тоже прямой полярности есть, а вот обратной. Блин, никак, да? Ну, Сергей, в любом случае вам надо привести эту батарею. Давайте еще сделаем замер на паразитку, если вы говорите, что батарея высаживается. Но батарея, сейчас я вижу, что она в очень плохом состоянии. Так, смотрим паразиточку. Так, сейчас все выключено. Дверь закройте и ключ зажигания вытащите из замка. Угу. Так, 150 миллиампер. Это много. А магнитола у вас сейчас включается? А, так, 120... 150. Магнитолу вы можете включить? Сейчас включу. А ну включите. Угу. Включили, да? Да, но только этот, там надо ловить эти волны. Ну все понятно. Выключайте магнитолу. Так, вам нужно избавиться от магнитолы в каком плане? Ее надо пересадить на ключ зажигания. То есть вот это, судя по вот этому току, у вас идет просадка из-за магнитолы. И потихонечку происходит накопленный разряд. Из-за этого в тот момент, когда вы заводите, батарея принимает большой ток, и она выкипает у вас вот по этой причине. Поэтому вам нужно подъехать к электрику и пересадить там два провода, красный и желтый. Один нужно оставить на штатном месте, а второй надо пересадить на ключ зажигания. То есть вы выключаете зажигание, и у вас отключается магнитола. Да. Зажигание только включили, даже если вы включенную оставили, она у вас... опять начинает работать. Так, Сергей, ну привезите батарею, потому что надо с ней может удастся ее еще спасти, потому как, блин, я не записал показатели, потому как у нас одна баночка сухая и неизвестно до какой степени она высохла. Она может высохнуть до такой степени, что в конечном итоге она замкнет. Так, ну еще отстоялась батарейка чуть-чуть. Так, 540. Да, 12192.
12. Мы видим, что батарея заряжена, 98. А пусковой ток 192. Напряжение, так, у нас 12,86. Напряжение явно завышенное. 8,6. Это говорит о том, что плотность очень высокая. Сопротивление 14,43. 14,43. Плотность пока мы замерить не можем, но плотность явно завышенная, потому как батарейка у вас кипела. И небольшой перезаряд 14,46, он как бы в норме, как бы в пределах допуска, но я предпочитаю напряжение для безболезненное для аккумуляторов до 14,3 с нагрузкой. И батарейки меньше выкипают, и как бы чувствуют себя прекрасно. Так, ну, Ванька. Да, закрутим. Так, батарея 18 года, она работает в экстремальных условиях. Почему в экстремальных? Потому что она крутит из последних сил. Для вашего двигателя 540 ампер. Довольно-таки мало. И вы... Запаса по мощности нет, поэтому батарея, она выматывается. И, ну, как правило, они долго не ходят. Вообще, батареи, они их, рассчитывают на срок эксплуатации до 4 лет. Это, как правило, все производители. У вас 4 года, ну, давайте вы привезете батарею. Я попробую с ней поработать. Если что-то у нас получится, хотя бы, чтобы вы протянули до осени. До осени с условием того, что вы перекинете магнитолу. Чтобы у вас абсолютно не было паразитной нагрузки. Все, давайте. Итак, вот привезли ко мне эту батарею. Так. Видим очень мутный электролит. Так, крайняя баночка у нас. Она также сухая, но пластины не оголены. Сейчас я сделаю замер рефрактометром. Снимать это не буду, чтобы не вытягивать ролик до бесконечности. И будем двигаться дальше. Сделал замеры рефрактометром, и как я, в принципе, и подозревал, предполагал, вот эта вот первая баночка у нас, в ней плотность отсутствует. Батарейка начала приходить в негодность именно из-за нее. Плюсовая баночка несет самую большую нагрузку, как правило. Из-за этого, из-за того, что она выкипела, она самый маленький уровень именно в этой банке. В остальных баночках, ориометром добраться до электролита не удалось. Замерил рефрактометром, и мы видим вот такие параметры. 1,31, 1,29, 31, 25, 32. И 15 в этой банке. Чтобы убедиться в том, что эта банка у нас замкнута или нет, мы сейчас произведем оба-на. А все. Батарею только сняли. И батарея мертвая. Батарея мертвая, она держалась только за счет поверхностного напряжения. Я даже ее не начал с ней работать. Думал, что в принципе с теми показателями, что на ней были, возможно, удалось бы ее оживить, но раз у нас вот эта баночка, она замкнутая, вот.
Как видим, здесь у меня почерк, конечно, медицинский, как у врачей. Пишу почти по латыни. Ни хрена не разберешь без пузыря. Но мы разберемся. Так, 12 по соху, 98, 192 пусковой. Но этот пусковой только за счет поверхностного напряжения. Батарея буквально через 15 минут ее привезли. И, как видим, батарейка у нас склеила ласты. 14, 205. Ну вот за счет того, что Audi неплохо заводится, мы видим NRC 1076. Одна баночка у нас вышла из строя, поэтому сейчас буду звонить клиенту, чтобы лишний раз убедиться. Давайте ткнем нагрузочкой. И я надеюсь, так, ну-ка попробую вспышку включить, и мы увидим, что в этой банке будут бульки, начнутся бульки. Начнется активное кипение. Так, нет, кипения не видим. Кипение. А нет, все началось. Вот оно. Вот оно кипение. Надеюсь, видно, да? Явное замыкание этой банки. Ну что, вот такая диагностика получилась. Батарея пришла в негодность, как положено. 4 года она свои отработала, отрубила. И как откинула лыжи, склеила ласты, отдала Богу душу. Короче, пришла в негодность. Вот такая у нас сегодня диагностика. Вот такая у нас веселая работа. Что, друзья, всем добра, удачи. Берегите свои батарейки. Всем пока.